Привет, друзья! Это Вадим и канал «Австралия по-житейски». Сейчас мы съездим с вами на авторазбор. Что это такое, я вам сейчас покажу. Называется эта компания Pick and Pay Less. Находится она в Блэктауне в Сиднее. Пару раз я там уже был. Вот мы заходим, видите, на синем плакате написано, что не пытайтесь воровать, вас могут досмотреть. Входная плата составляет $2, причем принимает только 2-долларовой монеткой одной. И почему-то мне этот автомат напомнил московское метро. На входе необходимая информация, что вам нужно запоминать, если вы будете какие-то части с автомобиля свинчивать. Много здесь бэушных дисков, бэушной резины и, собственно, вот куда мы пришли. Что это такое? Это много-много-много битых автомобилей, с которых вы можете что-то свинтить до того, как эти машины отправятся в утиль под пресс. Как вы могли догадаться, этот разбор полезен тем, кому нужно найти какую-то бушную запчасть для своего автомобиля. Что для этого нужно? Для этого нужно иметь свой инструмент, надо уметь им пользоваться, прийти на этот или подобный сайт, заплатить $2 за вход. Кстати, в других местах вход был бесплатный, но, наверное, здесь потому что выбор большой. Значит, найти подходящую модель автомобиля, свинтить, что вам нужно, и на выходе показать, что вы, собственно, свинтили, чтобы вам ее оценили. Вот уж не знаю, как вам платить кэшем или карточкой, но мне кажется, кэшем можно немножко исторговаться. Да, и не пытайтесь ничего воровать, потому что могут досмотреть с пристрастием, посмотреть, что у вас в карманах, что у вас в рюкзаках, в сумках, потому что жулики в Австралии тоже встречаются. Итак, я пробежался по машинам, посмотрел на торпеды. Вот именно торпеды я искал, но, к сожалению, ничего моего внимания не привлекло. Знаете, у меня вот кровью сердце обливалось. Видя автомобиль в таком состоянии, все хотелось починить. Ну вот, ребят, именно так выглядит автомобильный разбор в Австралии. Большинство автомобилей старые, 10 лет и старше. Машина попадает туда после аварий. И вообще, если честно говоря, это такой небольшой пережиток прошлого, потому что сейчас в эру интернета все это можно найти в онлайн, все это можно найти на сайтах, на том же Gumtree или на eBay. Видел я более новые машины, но они стояли особняком. Почему? Потому что туда народ не допускает, чтобы люди, которые что-то свинчивают для себя, не поломали остальные детали. Значит, те машины разбираются более аккуратно и продаются в онлайн. А те машины, которые стояли некоторое время и с них что-то свинтили, не свинтили, потом они идут на пресс и их утилизируют. Вот так. Кстати, в Австралии нет никакого бзика относительно того, что как бы считается нехорошо брать детали сбитых машин, мол, будет неудача, сам попадешь в аварию. Австралийцы об этом абсолютно не парятся. Деталь есть деталь. Если она работает, значит, она работает. Но в последнее время правительство стало уделять большое внимание именно откуда эта деталь. То есть, если вы попали в аварию, или если у вас машина как-то засветилась, что она была в аварии, и если вам надо пройти какой-то повторный техосмотр после аварии, то, скорее всего, прицепится, откуда вы взяли эту деталь. Что еще хотел сказать? Многие из вас спрашивали, как вот сэкономить какую-то копеечку, когда вы только приедете в Австралию. Ну, когда вы приедете в Австралию, вот в контексте этого видео, естественно, вам нужен будет транспорт. И первая машина, скорее всего, будет какая-то недорогая. И надеюсь, это видео будет вам полезно для того, чтобы найти какие-то запчасти, если вдруг, к несчастью, что-то сломается. Но это опять, если вы разбираетесь в механике. Если вы не разбираетесь в механике, то гораздо легче отдать машину в какую-то механичку, какую-то, как называется, воркшоп, и там уже механик сам найдет необходимые детали. Обычно вам звонят и спрашивают, какую вы деталь хотите, новую или бэушную, оригинальную, неоригинальную, и исходя из этого, они уже ищут именно запчасти. Спасибо за ваши комментарии, огромное спасибо за ваши донейшены, спасибо за ваши лайки, за то, что вы делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новостей. А я желаю вам всего самого наилучшего и до встречи в следующих видео. Удачи!